47-летний Андрей Иванов погиб в Австралии. Композитор утонул в океане в субботу, 15 февраля. Андрей прославился после выхода на экраны сериала «Бригада», к которому он записал саундтрек. Мужчина с женой Юлией находились в Сиднее, когда было объявлено о грядущем стихийном бедствии. Семейная пара проигнорировала сообщение об усилении ветра и возможности появления огромных волн. Несмотря на это, супруги отправились на прогулку по побережью. Россияне близко подошли к воде, и их буквально смыло в океан. Андрей разбился о скалы, а его жене удалось выжить. Спасти супругов пытались с помощью нескольких вертолетов. Масштабная спасательная операция увенчалась завершилась тем, что обоих пострадавших вытащили из воды. Попытки реанимировать Андрея на берегу ни к чему не привели. Юлия отделалась сломанными пальцами и множественными ссадинами по всему телу. «Он был талантливый человек», — сказал Алексей Кравченко, сыгравший Игоря Веденского в сериале «Бригада». Посмотреть на предсмертные посты звезд в соцсетях, от Началова и до Брайанта, можно здесь. Боровшийся с раком известный онколог Андрей Павленко ушел из жизни. В прошлом году многих потрясла внезапная смерть рэпера Децла.